Спойлеры в конце видео. Всем приятного просмотра. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами Кин и рубрика «Сходил я, значит, на». Рубрика, где я высказываю свое мнение о фильме, на который я сходил. А сходил я, значит, на... Оно, часть вторая. А перед началом я напомню вам, что вот в этом видео я разыгрываю сразу три энциклопедии. Да не просто энциклопедии, а энциклопедии культовых монстров. Так что переходите и участвуйте. А мы начинаем. Сюжет картины снова перенесет нас в город Дерри, куда спустя 27 лет возвращаются неудачники, так как злобный клоун вновь пробудился. Что ж, сказать, что мнения насчет данного фильма сильно разделились, значит ничего не сказать. Да этот фильм гребаный шедевр среди фильмов ужасов. А как по мне, этот фильм отстой. Что ж, лично мое мнение таково. Фильм просто офигенный! А книгу я не читал. И если спросить, худше он или лучше первой части, то я бы сказал, что он просто другой. Скажем так, первый фильм чувствовался чем-то вроде «Очень странных дел» с примесью хоррора. А вот второй наоборот, хоррор в чистом виде. Где интрига и загадочность первой части отъехали на второй план, но это не сделало фильм хуже. Многим, как я слышал, не понравилось большое количество скримеров, продолжительность фильма, длинные диалоги и концовка. Ну, во-первых, скримеры. Знаете, на фоне того говноужаса, что выходит сейчас, здесь скримеры хотя бы хорошие. Они реально пугают, а некоторые сняты настолько круто, что мои глаза аж искрились. Во-вторых, продолжительность. Не знаю для кого как, а для меня, как для заядлого сериалиста, эти часы пролетели незаметно, так как я реально наслаждался фильмом. Как по мне, по поводу диалогов говорить глупо, так как они придавали души фильму и помогали персонажам лучше раскрыться. Ну и теперь про концовки. Начнем с того, что даже сам Мускетти, режиссер фильма, через персонажа Билла высмеивал такое явление, как плохие концовки. Но мне хорошо зашла и та концовка, что есть. Тем более она также затрагивает определенные жизненные темы. Как и весь фильм в целом. К примеру, убери из фильма линию клоуна. И что получится? Проблемы детей, проблемы взросления и воспитания, отношения детей и родителей, непонимание, рукоприкладство, гомофобия, расизм и прочие актуальные темы. Теперь немного об актерах. Думаю, что кто бы не спорил по поводу фильма, все сойдутся во мнении, что каст в фильме подобран нереально круто. Так, ладно, хватит хвалить фильм, пора бы добавить немножко негатива. Специально за день до «Оно 2» я пересмотрел первую часть, и во второй заметил, ну или может мне только показалось. Актеры, игравшие повзрослевших детей, нереально круто повторили их характеры из первой части. Но вот когда во второй части были флешбеки с детьми, там их характеры как будто отредактировали. И если в первой части детишки были мне симпатичны, то во второй они скорее отталкивали. Не спорю, может мне только показалось. Но я увидел так, а также в фильме вас будут ждать пару приятных камео. И если одно из них будет прям супер очевидным, то для второго надо быть более-менее внимательным и знать кое-что о производстве этого фильма. Что ж, а сейчас мы переходим к спойлерной части. И если вы не хотите знать, где еще у Пеннивайза рыжие волосы, то я говорю вам пока. Но перед уходом всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы сможете найти ссылки для поддержки канала, а также ссылки на мою группу ВК, Инстаграм и канал Twitch, где мы вместе смотрим фильмы и сериалы. Ну а теперь у нас спойлеры. И для начала в камео вас будет ждать Стивен Кинг и создатель фильма Андреас Мускетти. Спойлерить тут практически нечего, поэтому пробежим по основным моментам. И в самом начале фильма Стэнли Урис, узнав о возвращении в Дерри, вскрывает себе вены. Остальные неудачники же собираются в Дерри, куда их, как и Стэнли, позвал Майк, которому индейцы показали способ убийства клоуна. Но для этого им надо найти артефакты их детства. По ходовой вспоминает то лето и его события после победы над клоуном. Также мы узнаем о том, что Ричи на самом деле гей и был влюблен в Эдди. Но об этом мы узнаем только в конце. А сейчас мы узнаем, что Бауэрс на самом деле выжил после падения в колодец. Не без помощи клоуна, но провел все 27 лет в психушке, откуда он также сбежал при помощи клоуна. И после пары атак на неудачников был окончательно убит Ричи. Далее по ходу фильма мы узнаем, что клоун на самом деле пришелец, живущий в Дерри уже несколько миллионов лет. А неудачники в свою очередь находят свои артефакты. У Билла это кораблик, у Беверли сигареты, у Ричи жетон, у Стэнли шапочки, у Бена лист из альбома, где расписалась Беф в первом фильме, у Эдди ингаля. Ну а у Майка это камень, которым ребята отбили атаку Бауэрса. Также они находят убежище клоуна, и путем общих усилий они понимают, что убить клоуна можно только вместе, поверив, что он ничтожество. Тут, как я и говорил, можно уловить комментарий, что если ты зависим от мнения окружающих, то тебя можно сломить, а если ты поверишь в себя, как это сделали неудачники, то тебе и море по колено. Но в ходе сражения против Пеннивайза умирает Эдди. И это тот момент в фильме, где я чуть не прослезился. Но клоун побежден, и ребята отправляются на то самое озеро, где когда-то отдыхали.
отдыхали детьми, и где сейчас Ричи начинает рыдать. А говорю я об этом, потому что это тот момент в фильме, где я уже прослезился. А под самый финал ребята получают трогательное письмо от Стэнли, который отправил его до своей смерти. Не хочу включать камерный звук, но если вкратце, то там про то, что надо держаться вместе и никогда не забывать друг про друга. Ах да, чуть не забыл. Бен и Беверли наконец-то вместе. Вот и все, друзья, это финал. Жирная точка. Никаких сцен после титров. История окончена. Конечно, если разработчики не решат снять какой-нибудь спин-офф. Но это будет уже совсем другая история. Ну а на этом у нас все. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. Конечно же, подписывайтесь на все, что есть в описании. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и боитесь ли вы клоунов? Пока.